Всем, ребята, с вами снова я, Афан, и находитесь на канале Афан в Music, и сегодня мы с вами послушаем код 80 Love 3. Новенький трючок от кода, который выходил еще 11 июня, то есть он не в пятницу выходил, но мы его пропускали, потому что у нас там дохуя было долгов, и нам как бы немножечко не до этого было. Это трючок с пятых драконов, который, насколько я знаю, джерк. Вроде пятые драконы будут в джерке, блять, это круто, я еще от четвертых нахуй не отошел, но четвертый прям очень охуенный, репичу их и вам советую. Еще есть тут есть клип. Очень круто. Веселая, забавная история, что на этот трек донили VIP-реакт, блять. Но надо будет челу написать, чтобы пускай он менял трек, потому что, ну, зачем, блять, донить VIP-реакт на трек, который вот, ну, в пятничной голосовалке был. А он действительно был в пятничной голосовалке в Телеграме, он набрал там 18%. Ссылочка на Телеграм в описании. Обязательно голосуйте каждую пятницу, переходите туда. Вот. И не забывайте про Twitch, потому что на Твиче мы с ребятами слушаем музычку, общаемся тут. Надел маску с образом для видео. Я ничего не надевал, блядь, но чуть-чуть в тильте из-за того, что лампа у меня падает, вообще куча факторов, но я думаю, что музычка поможет. Сейчас я верю, что это хороший трек. Это должен быть хороший трек. Продюсер мнение, как будто кода он раньше не продил. О, Трикстера, Ворма продил, нихуя себе. Интересная тема. Интересно. Окей, давай смотреть, что это за трек. Надеюсь, что он мне понравится. Let's go. А, это Love, это не Love 3, это Love. Интересно. 1.5 минуты всего. Go. Потом с клипом. Она любит весь кэш, как любит меня. Она любит весь день, в ее крови мой яд. В натуре джерк, блять. А он до этого писался на джерк? Зомби Егор Крид, блять. Он ёбнулся, ну. Есть таблетки, есть Коля. На моей суке свет супер. Она любит весь кэш, как любит меня. Блять, интересно, окей. Весь день в её крови мой яд. Она любит мой трэп, потому что трэп я. Она любит лавэ, всё лавэ для тебя. Она любит весь кэш, как любит меня. Она любит весь день в её крови мой яд. Бля, охуенный припев, кстати. Прям рабочий флоу вообще. Круто, круто, блять, круто. Слушайте, во-первых, вопросы. Я зомби Егор Крид? Охуеть. Есть таблетки и есть Коля. Янг трапа флоу немного? Ну, не. Не. Так, как вам этот трек? Как будто охуенно. Очень круто видеть кода на джерке. Причем это, наверное, один из немногих его треков, где он не трансетер, а наоборот, поздненько подшарил, да, чуть-чуть. Тем не менее, он хорошо здесь гармонично звучит со своей подачей, со своим голосом, но при этом было бы интересно в будущем услышать, и надеюсь, что на драконах будет что-то в стиле кода на джерке, то есть капу, блядь, углубить там этот... Утонуть, чтобы она утонула нахуй просто в океан, там, к мегалодону, блядь, да, как, окей, послушаю, допустим, да, капа. То есть, какие-то такие, возможно, эксперименты на джерке хотелось бы увидеть, потому что, по факту, это тупо качественный джерк, и вся индивидуальность какая-то кода на этом треке, ну, вообще ее не видно здесь. Вот. Хуйня сидос как будто? Да не, нормально, нормально. Вот. В целом, хороший, достаточно такой ровненький, крепкий трачок от кода. На, ну, джерке, который, по сути, он до этого не делал. Но единственный вопрос, почему, блядь, пятые драконы будут на джерке? Это правда вопрос. Я не понимаю этого, потому что, ну, если до этого хоть какие-то, ну, какую-то связь между альбомами можно было найти, хоть какой-то звук там, может быть, где-то пересекался, хотя даже, хотя все части все равно отличаются, пиздец. Я не знаю вообще, в чем прикол, ну, Tears of the Dragon, типа, а в чем концепция этих альбомов?
Не знаю. В чем фишка, типа? В чем концепт альбомов? Я прослушал все четыре, блядь, я не понял. Почему плачут драконы, блядь? Зачем они это делают? Ладно, достаточно круто. Сейчас послушаем с клипом, а вы пока можете написать, добавляем ли мы трек в общий плейлист. Смотрим с клипом. Нихуя себе, блядь. А что камера, блядь? Очень качает, Да, чисто ровненько, да, крепко прошелся. Бля, прям кайфово. Со второго раза еще передача зашла. Ждем пятые драконы, потому что, блять, ну мне интересно, что он там на джерке выдаст. Так, добавляем, да, я думаю, ну клип понятно, что не добавляем. А вот это вообще спокойно можно добавить. Да, хороший трек очень. Тоже есть ветровка Джек Вульфскин. Музыкант не найден, нет, пятых драконов не будет. А вот будет вора. Короче, как-то так, респект коду. Ждем пятых драконов, хотя четвертый еще даже, ну, не переварились. Но четвертый прям охуенный, не знаю, тяжело их будет. Тяжело их будет переплюнуть, вообще, я считаю. Но при этом, как будто пятые драконы будут самыми понятными, мне кажется. Честно, мне кажется, да. Что, вот, возможно, даже люди, которые вот не понимают у нас кода, я думаю, какие-то определенные треки с пятых драконов им могут даже зайти. Ну, если это реально будет джерк-релиз. Мне кажется, что это будет самый понятный. И, типа, знаете, концепция, блядь, от самого понятного до самого непонятного. Потому что, ну, то, что происходило на первых драконах, блядь, это пиздец. Я не знаю, я не мог это вообще слушать. Ну, типа, я думаю, это не из-за того, что я только начал выкупать. Но просто послушайте сами, блядь. Не знаю, подожди, там какой-то трек был прям ёбнутый. Я думал, кстати, что тут поёбнутые треки в плане, ну, звука. Я думал, тут прям вообще непонятно, но это мне было непонятно. Угу, окей. Надо будет переслушать эти два релиза как-нибудь. Kill Me Please охуенный трек. Это единственный трек, который мне зашел со вторых драконов на то время, когда я слушал. Ее, прошу заметить, ее, но ее. Спустя две версии он, ну, спустя два альбома он как бы апается, понимаете? Это ли не круто? Ладно, не об этом речь. Спасибо большое, ждем пятые драконы, это было круто, да. На этом все, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.